Ты вышла из своего бассейна? Ну привет! Сейчас. Да, все будет. Сейчас Джемиль освободится, потому что я не буду вам так. Да. Это Витюшки. Ах ты, какие девчонки. Моника, ты огромная стала. Красавица вообще. А, ты в песочек, да? А, он ей тоже, видите, поставили еще один, типа камешка, да? Моника, Моника, я тебя люблю, я скучала. Да. Красиво здесь. Вот елочки здесь. Еще что-то будут сажать, да? Ямки есть, да. Елочки прижились. Смотрите все. Красота, конечно, здесь. И все вот это. Для своей безопасности держите социальную дистанцию 1.5 метра от других посетителей. Красиво, конечно. Вот видите, как с этой стороны тоже. Деревья. И сажают что-то. Видите, тепла еще в Крыму нет, да? Да. О, королева. Ох и королева. Да, Моника? Симба наша королева, да? Ну, а там Джемиль ходит, да? Как вы все вычисляете быстро? Витя! Ты моя морда такая, да-да-да. Ты стекло выбил. Ай, ты нос, какой хулиган, мистый нос. И ляпый хулиган. Что ты в домике делал, ты мне скажи? Выходи гулять. Давай, давай. Нос. Где твой нос? Не вижу. Отсвечивает все. Вот он нос. Да, Витюшка. А ляпы наши какие, смотрите. Вот он. Пошел, пошел, пошел. Сейчас выйдет. Че ты зашел в домик-то? Жарко стало, да? Кровать разбомбихал. Ну, я вижу, вон доски все поломаны. Сделают новую тебе. Ну, солому постелили, все как положено, чтоб лежал, да. Ох, Витюха ты, Витюха. В домик зашел. Это я рукой закрываю, чтоб лучше было видно, да. Ой. Потому что я не знаю, о чем. Зашел туда. О, идет, идет. Идет. Сейчас мы. Вот он. Здрасте. Ой. Ты вышел, да? Вот так. Ну, поваляйся. Поиграл со мной, да? Я тебя люблю. Я тебя люблю. А я тебя люблю. А я тебя люблю. Витюша. Витюша. Я тебя люблю, мой мальчик.